Выставка, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий, открылась и в Национальном архиве. Министерство внутренних дел предоставило уголовные дела на представителей казахской интеллигенции Сакена Сейфуллина, Бейімбета Майлина, Ахмета Байтурсынова, Макжана Жумабаева, Алихана Булкейханова, Ильяса Жансугурова и других. Вместе с тем, в архиве есть и документы депортированных греков, литовцев, латышей, а также религиозных деятелей. По словам организаторов, цель выставки – сохранить память о безвинных жертвах тоталитаризма. Впервые за 70-100 лет уникальные документы представляются на суд зрителей. Они были закрыты, их предсмертные фотографии есть. Протоколы, документы, которые долгие годы находились под грифом «совершенно секретно». Вот. Здесь также у нас есть документы депортированных, репрессированных народов. Греков, вот мы поставили документы, а также у нас французов, испанцев есть документы, эстонцев, литовцев, латышей, вот, крымских татар, ингушей, чеченцев, китайцев.